Добрый вечер, дамы и господа. Людмила была бы счастлива, если бы в ее ресторане в Париже было бы каждый вечер так людно, как здесь сегодня. Вы пришли, несмотря на лето, жару, хорошо экипированными. Дамы в мини, с веерами, кавалеры с коками на головах. Все счастливы, все от того, что искусство нас объединяет. Людмила Еленична Лопата, героиня моей книги воспоминаний, написанных с ее слов, «Царица парижских кабаре». Она вышла в Москве в издательстве «Альпина» и выдержала очень хороший, стабильный успех. Главный секрет этой книги, которую сегодня я вам буду подписывать и презентовать, потому что вечер посвящен именно ей, конечно же, не только текст воспоминаний, фотографии, аннотации, но диск, который позволит всегда погрузиться вам в эту удивительную атмосферу правильной русской речи, мелодии и, конечно же, удивительного музыкального мира, которого, увы, сегодня с нами уже в 21 веке нет. Этот жанр уходит от нас безвозвратно. Мы все слышали о том, что жив русский романс, что живет русский цыганский романс, что существует такой удивительный пласт культуры, как русское кабаре в эмиграции. Все это воплощено в книге Людмилы Ильиничны. Я очень близко, много лет знал ее, бывал в ее доме, жил у нее, писал вместе с ней более 3 лет эту книгу, потому что, когда и вам будет к 90, вы многое будете забывать. Поэтому вспомнить факты ее жизни было очень непросто. Женщины кокетливы. До ее последнего вздоха мы даже не знали точно ее возраста. Только совсем недавно, придя на ее могилу в Тракае, а она была караимка, и папа ее был родом из литовского города в Тракае, где она по своему завещанию и похоронена, я смог увидеть 14 августа 1914 года, год рождения. Сегодня у нас 12-е, через 2 года ей бы исполнилось 100 лет, но так как ее нету с нами уже 10 лет как, то не страшно справлять эту дату до дня рождения. Она все равно не с нами. Людмила Ильинична была человеком удивительного, блестящего темперамента, чувства юмора, прекрасного коммуникационного дара и великолепный человек, который смог объединить 2 искусства, которые обычно люди не могут объединить. Это вокальные способности и талант бизнес-леди. Она знала, как спеть и как это продать. Продать вкупе с приложением в виде пирожка и рюмки водки. Ведь как только вы выпили этот стопарик, вам все так нравится. Как только вы съели этот пирожок, жизнь стала совсем другой. Несмотря ни на что, Людмила при жизни имела много дисков, имела 2 больших прекрасных ресторана. При жизни она снималась в кино. При жизни она была 2 раза блестяще и успешно замужем. При жизни она носила удивительные платья и украшения. У нее был красивый дом, коллекция живописных картин больших художников. То есть я бы сказал, что ее жизнь была примером для всех тех, кто бы хотел, но не смог по разным обстоятельствам. Она хотела и смогла. Хотя можно сказать, что начать, как любому человеку в эмиграции, очень трудно. Вечер будет, надеюсь, интересным. Я много буду вам рассказывать об этом человеке. Но сейчас, я думаю, мы послушаем еще одну песню и попросим нашего издателя, да, Павла Подкосова, рассказать о работе
над книгой, чтобы это не был исключительно моноспектакль, Васильев вещает со сцены. Спасибо. Давайте еще одну песню тогда сначала. Спасибо. И потом... А сейчас у нас издатель этой книги, генеральный директор издательства «Альпина Нонфикшн» Павел Подкосов. Паш, расскажите нам про книжку и как она устроена поподробнее. Да? Знаете, я долго говорить не буду, потому что моноспектакль Александра Васильева, мне кажется, людям, которые пришли, все-таки гораздо интереснее, чем речь генерального директора издательства. Я просто хочу сказать, что мы с Александром выпустили уже 5 книг о моде, о действительно ярких исторических личностях. Мне очень приятно всегда было работать с Александром. Это один из самых лучших авторов нашего издательства, совершенно однозначно. Ура! Вот. И по один из лучших и по продажам книг и по отношению, да, к своей работе. То есть действительно совершенно потрясает, как Александр относится к своему труду. То есть он действительно работает. Это правда, я это видел. Мы вместе отбирали фотографии, отбирали песни. Он ко всему крайне серьезно относится. И, может быть, это залог того, что на выходе получаются просто прекрасные книги, действительно, за которые Александру надо сказать спасибо. А я говорю вам спасибо, спасибо, что вы пришли. Хорошего вечера вам. Саш, ну продолжим твои воспоминания тогда. Ну, с удовольствием расскажу. Действительно, вы знаете, Людмила Ильинична прожила красивую жизнь. 90 лет. Ну, кто считает? Моей подруге Ксении Триполитовой, героине другой моей книги, маленькая балерина, которая тоже здесь представлена, сейчас 99. И она, к счастью, мне говорит, что не собирается умирать. Почему? Потому что верное питание – залог долгой жизни. Ксения была знакома с Людмилой. Людмила хорошо кушала, скажу вам честно. А Ксения вечером пьет пиво и заедает это кровавым мясом. Вот если вы будете тоже не есть пюре для старушек, знаете, вместе с пшенкой, говорит, что это мне вредно, и вообще не надо тяжелую еду в конце дня. Вот Ксения садится к столу в 9 вечера, чтобы вы знали, и кушает до 11:30, а потом спать. И хорошее настроение всегда, понимаете? Людмила тоже очень-очень любила вкусно покушать. Ну, во-первых, она была хозяйкой ресторана. В ресторане у нее были лучшие повара. Она начала работать с поварами царской России из Зимнего дворца. Вот сегодня это нам все кажется вообще невероятным. Как это так? Где Зимний дворец, правда? Где повара? Ну, все они оказались в Париже. Им всем нужна была работа. Эти прекрасные люди, знавшие меню высшего эшелона нашей знати, знавшие старинные рецепты, конечно, привлекали с этим репертуаром кулинарным к себе клиентов. Редкий случай. Кабаре-ресторан Людмилы Лопато привлекал к себе президентов, королев, хозяев домов моды, кинозвезд. Сегодня очень мало людей могут похвастаться таким прекрасным ассортиментом гостей. К ней шли лучшие за лучшим. Почему? Потому что Людмила торговала атмосферой. Атмосферу создать очень трудно. Она умела вокруг себя создать такое удивительное тепло, от которого вам было так счастливо, что даже было все равно, каков будет счет. Счет был всегда большим. У нее не было дешево, и у нее не было просто. Люди с удовольствием поглощали черную икру, лососинку, прекрасные пироги-запеканки с водочкой, но самое главное,
что когда она выходила к роялю, а она всегда сама исполняла эти прекрасные песни, она спрашивала у французской публики: «Вы хотите какую песню? Грустную?» И она делала так. «Или веселую?» И она делала так. И все люди говорили: «Сначала грустную, подводку». И она пела что-нибудь про темную ночь или про прекрасные страдания дам. А потом переходили все к безудержному веселью. Половина публики в ресторане никогда не понимали, о чем она поет, почему. Но настроение было таким музыкальным и таким веселым. Горели свечи, на потолке висела огромная шкура убитого медведя. Это, конечно, пугало. По стенам картины РТ, театральные эскизы, виды Москвы разных древних периодов до Петровской эпохи. Все это было, конечно, очень интересно. И она умела выбрать тех, кто будет встречать публику. Иногда портье был русский генерал в отставке из царской армии, а в гардеробе могла сидеть русская графиня, это нравилось людям. И атмосфера заключалась в том, что сама хозяйка Людмила всегда была там. Если вы хотите иметь успешное кабаре, вы должны быть на месте. Когда она встречала людей, у вас было впечатление, что вы пришли к самому лучшему другу. Она спрашивала: «О, как жалко, что я вас давно не видела», — говорила она людям, которых она видит в первый раз в жизни. И все думали: она, наверное, забыла, старенькая, забыла, мы не приходили. Говорит: «Проходите, проходите, сейчас я за вас все закажу». И не успели вы сесть, у вас на столе уже черная икра, бурлящая шампанское «Вдова Клико» и холодная водочка. А когда вам предлагают растягаи, пироги и заливные, вы уже счастливы всем. Каждый человек стремился с ней фотографироваться. Каждый человек хотел к ней подойти, потому что она была не женщина, а украшение. Это было сплошь бижу. Бижу на всех пальцах, бижу на всех браслетах, бижу на всех ожерельях, всегда переливающиеся платья, жилеты. Она была олицетворением статуэтки Диметра Чепарюса, художника в духе ар-деко, который всегда снабжал все какими-то вкраплениями бирюзинок, кораллов, жемчужин. Вот она была такая, небольшого роста, сухенькая, я бы сказал, довольно ярко накрашенная, с темной короткой стрижкой, с очень большими серьгами и множеством бус, это даже не передает количество, которую мне лично надо было всегда в 3 часа ночи расстегивать, потому что она не могла расстегнуть их. И это была главная процедура, когда я жил у нее, — снимать украшения, а потом надевать. Спала она всегда очень долго, как и все пожилые дамы. И жизнь ее начиналась всегда после 6. И когда я ей звонил, она мне говорила так: «Александр, где вы?» Я говорю: «Людмила, я в Токио». «В Токио? А самолеты не летают?» «Летают. Шампанское уже в леднике, и корка в холодильнике, клубника на столе, я жду только вас». И вы понимали, что отказать нельзя. Надо было срочно купить билет в самолет, лететь туда для того, чтобы разделить эту трапезу. А она говорила: «Будет весело». И действительно бывало весело. У нее был белый рояль, там были бесконечные музыкальные вечера, и дом был открыт,
потому что большая терраса, вид на Средиземное море, представляете, пальмы и бесконечная музыка, потому что певица не хотела расстаться с инструментом. Она аккомпанировала и аккомпанировала, играла и играла. У нее сохранилось огромное количество нот. После ее смерти, к счастью, я получил в наследство ее архив. Сейчас, разбирая его в моем имении в Аверне, я нашел очень много интересных вещей. И я покажу вам сегодня. В ее архиве сохранилась масса старинных газет, изданных в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы со всеми анонсами ее представлений. Она любила память о себе. Ну и, конечно, все благотворительные вечера в пользу бедных детей, артистов эмиграции. Ведь Людмила выросла среди артистов художественного театра. Ведь многие артисты МХАТ остались в Европе после гастролей в 20-е годы. Они не хотели жить советами. И они организовали русский театр в Париже. И так как им нужна была молоденькая, хорошенькая артистка, то эта караимка родом из Харбина, так они говорили, мы говорим из Харбина, им очень-очень подошла. Она играла Машеньку в живом труппе, она выходила на сцену в пьесах, написанных специально для нее, на французском языке. Говорила она по-французски с большим акцентом, но этот акцент был шармом. Она говорила грамотно, а это уже было очень важно. И, конечно, она никогда не уходила спать, пока не пересчитает кассу ресторана. Это меня поражало. Пусть ресторан закроется в 4 часа, кассу надо снять. И поэтому в этом смысле она была не промах. Под очаровательным слоем жемчугов, цепей, блестящих аксессуаров находилась очень целеустремленная бизнес-женщина, знавшая цену русской культуре. Она всегда приглашала самых лучших людей, и единственный человек, с которым она не сошлась характером, была Фурцева. Министр культуры СССР пришла к ней в ресторан на ужин. Заказала семгу и обозвала ее лососиной. Людмила сказала: «Я уверяю вас, это семга». Та сказала: «Нет, лосось». И вот если это считать женским раздором, то это максимум, на что она была способна. Так как Людмила была женщина очень устремленной, то в честь нее даже были выпущены женские духи Людмила. И я нашел в ее архиве целую коробку непроданных коробочек, сделанных в честь нее. Много ли вы знаете женщин, именем которых были названы бы розы? При жизни ее в Южной Африке один ее заядлый поклонник песен вывел сорт алых роз. Она называется Людмила Лопата. И если вы цветоводы, как и я, может быть, вы найдете этот корень и посадите у себя на даче в память об этой женщине. Сегодня, конечно, все эти удивительные газеты остались только в архивной памяти. Когда я смотрю на удивительный почерк этой женщины, как она аккуратно и грамотно писала по-русски, а у нее сохранились списки всех ее театральных ролей, они, конечно, нас поражают. Ну, и огромное количество нот. Она была ученицей знаменитой певицы Медеи Фигнер. Медея Фигнер была оперной звездой Мариинского театра в императорскую эпоху. И она владела нотной грамотой. Не все певицы умеют записать то, что они поют. Людмила могла, и эти песни
даже на цыганском языке, представьте, сохранились у меня в архиве. Это так трогательно и интересно. Я думаю, что для того, чтобы передать атмосферу получше, послушаем еще одну песенку, а после этого я вам прочту очень интересный вопросник, который Людмила получила от одного белого офицера Николая Фертова из Полинезии, остров Таити, в 65-м году. Смею его зачитать. Давайте послушаем песню. Но это аплодисменты Людмилы Лопато. Я хочу вам показать один документ. Здесь перед нами винтажный плакат акционерного общества Арона Лопато, отца Людмилы, табачного фабриканта-магната, родом из Тракая, караимской семьи, который открыл в Харбине на Дальнем Востоке табачную фабрику. Всем будет интересно знать, что сигареты Лопато до сих пор в Китае выпускаются, с тех пор прошло 100 лет. И они считаются брендовой, люксовой китайской продукцией. Они стоят дороже других сигарет, и китайцы с удовольствием, они вообще страшные курильщики, с удовольствием эти сигареты покуривают. И финансовое счастье Людмилы началось, конечно, с отца, потому что отец все сделал сам, а вы знаете, караимы очень знаменитые в табачном производстве. Они часто именно в этой области прославились, родом они, вы знаете, почти все из Крыма, но хазарского рода. Это очень интересная, малочисленная нация, которая сегодня разбросана между Литвой, Крымом, соответственно, Польшей, Америкой, Европой, немножко Россией. Но всего их осталось, если я правильно посчитал, около 4000. Это какое-то очень малочисленное количество, но, тем не менее, страшно интересно знать. Так вот, папа в свое время переехал во Францию из Харбина, где родилась в этой несуществующей сейчас стране Людмила, и перевез с собой других детей, свою жену, приобрел большую и счастливую квартиру в Париже. И тут, конечно, началось раздолье этой удивительной женщины. У нас в гостях гости из Польши, родственница Людмилы Лопато, тоже караимка, знавшая ее. Я попрошу, чтобы она пришла, представилась и всем рассказала о встречах с Людмилой. Александр, большое спасибо. Всем добрый день. Извините меня за русский, потому что я буду говорить с ошибками. Людмила была бы очень рада, если бы увидела, сколько людей пришло на встречу про нее. Очень рад тоже ее сын Делано, который из Парижа передает всем привет. И мне, конечно, удалось встречаться с людьми, когда это была уже пожилая женщина, это была замечательная, очень интересная дама, как сказал Александр. Она к нам приезжала в гости в Польшу, вот так, как Александр сказал, вот разукрашен, вот это тот, что вы видите здесь. При том, чтобы еще вы понимали, насколько это была экстраординарная женщина, представьте себе, что когда ей было где-то 90 лет, она решила себе купить шубу у Диора. Эта шуба, это она была из... Лисет, по-моему, да. Лиса, или лиса, но цвета бордового. Да, вот, платье. Как платье, прекрасное. Диора. Да, да. Диора. Она купила Диора, а это Кардер. А, да, ну шуба, вот и эта шуба, мы когда рассматриваю с его сыном, дома уже после, конечно, скончания людьми, мы оба так посмотрели, думаю, как можно в такой шубе выйти на улицу? А Людмила, конечно, могла. Тоже то, что очень интересно, то, что было сказано. Она скрывала свою как бы дату рождения. И она была настолько как бы к этому смотрела за этим, что мы опять с сыном нашли метрики ее рождения, где просто дата, год рождения вручную был исправлен. Она просто всегда подтверждала абсолютно другую дату, чем реальная дата ее рождения. И когда она тоже вот в Варшаве встретилась с моей тетей
где они перед войной встречались совместно, когда молодые девушки, она сказала: «Я не могла с вами встретиться, потому что я тогда была ребенком». И это было вот так. Конечно, представьте себе возмущение другой пожилой за 90 лет женщины, говорит: «Как она была ребенком? Почему? Мы же встречались». И вот это представляет характер Людмилы. Кокетство, да. И вот то, что я могу сказать, что она очень любила Россию, она очень любила российскую культуру, она все время подчеркивала, конечно, свои караимские корни, но все-таки она говорила, что я русская. Она очень хорошо тоже себя нашла в обществе белой эмиграции во Франции. И несмотря на то, что столько лет она прожила уже после переезда с Харбина во Францию, она все время говорила: «Я русская». Но когда она приехала в Тракай, увидела могилу своего отца, она сказала: «Ну, я хотела, чтобы меня пока хоронить там». И она вот именно там похоронена, рядом с могилой своего отца, на кладбище, который был куплен за деньги ее отца, и подаренной караимской общине. Спасибо большое. Спасибо. Это действительно так. Людмила мне рассказывала, как она меняла даты в паспортах. Она сказала так: когда она чувствовала, что мужчины на нее перестают обращать внимание, она говорила: «Я теряла паспорт». И шла в консульство и требовала выдачи новой не по метрике, а с ее слов. И поэтому дата рождения все время менялась и менялась и менялась. Но мне она как-то по секрету сказала: «Только вам, Александр, никому не передавайте. Я родилась, покажите, посчитаю сейчас». Я родилась что-то около 28-го года. Это было так мило и так прекрасно, но только мне, потому что другим говорила, что это было в 34-м. Поэтому это было замечательно. Действительно, в ее кабаре выступали приглашенные артисты, и среди приглашенных была вам очень известная Алла Николаевна Баянова. Алла Николаевна похожая своим репертуаром и тембром голоса на Людмилу Лопата. И это стало, конечно, причиной ее неуспеха у Людмилы Лопата. И когда впоследствии я познакомился с Аллой Баяновой уже здесь, в России, она довольно резко о Людмиле отзывалась. Она сказала: «Эта стерва мне испортила карьеру в Париже». Конечно, стерва ей ничего не портила. Просто пели они те же русские романсы, тем же голосом и в той же цыганской манере. Но у одной была сцена, публика, ресторан и кабаре. А у другой был румынский паспорт и временные гастроли в Париже. Понимаете, в чем разница? И, конечно, по возрасту они очень близки. Ведь Алла Николаевна была ее старше на год или на два. Всего-навсего. И внешне у них, может быть, не было так много общего, но они были похожего роста. А главное, что они пели про одно. И, конечно, Аллочка уехала сначала к себе домой в Румынию, а потом в Россию, в СССР, во вторую эмиграцию и сделала здесь прекрасную карьеру. Потом они больше не встречались. Но однажды к Алле Николаевне Баяновой я привел мою приятельницу Ксению Триполитову. Алле Баяновой было тогда уже, наверное, хороших 95 лет. Она уже не ходила, была с костылями, ей было очень тяжело. А Ксения Триполитова, балерина, ходит очень красиво. И ей было только 94 года. Алла Баянова подняла свою руку с погромным изумрудом и сказала: «Это ты, парижанка? Сколько тебе лет?»
94, а мне 95, девчонка. Я запомнила это навсегда, потому что действительно, когда вам 95, то 94 кажется просто детским возрастом. Поэтому я всем вам желаю, слушая Людмилу Лопату, думать о том, что возраста нет, и что все вы еще очень молодые девчонки собрались здесь. Вам еще жить да жить, слушать да слушать, радоваться да радоваться. В архиве Людмилы Лопаты я нашел очень интересный документ. Так как в эмиграции Людмила считалась женщиной богатой, потому что у нее был процветающий бизнес, выходящие пластинки, богатые мужья и в первом, и во втором случае, голливудское прошлое, одно время в 40-е годы она провела в Голливуде, и успех в Нью-Йорке, все это накладывало отпечаток на ее темперамент, то с нее все требовали денег. Я даже нашел среди ее писем просьбу от графа Шереметьева оказать ему материальную помощь. Когда я думаю, где граф, где Людмила, но Людмила выглядела, видимо, богаче, чем граф. И вот я нашел письмо, которое прислали из Полинезии в 65-м году от белого офицера, где он взывал к совести Людмилы Лопаты. Но письмо такое интересное, что я позволю вам прочесть. Он пишет все в форме вопросов. Первый вопрос. Что сеял ты, добро или только зло? Красивый философский вопрос. В ад или в рай гребет твое весло? Дальше. Так ты вышел ли в метель и в град наружу? Ты приютил ли бесприютных в стужу? Это стихи. Вязал ли ты снопы пшениц, ржи? Кого ты спас от гибели, скажи? С раскрытым поделись ты суетой, не понимаю. Отчаявших ты ободрил надеждой. Ты Богу посвятил свои труды, вся жизнь твоя любовью плодовита. Письмо длинное, но кончается тем. Дайте денег. Я понимаю, что, конечно, так можно разжалобить какого-то человека. Это очень интересно. У Людмилы был сын, он жив, он живет сейчас во Франции. Его зовут Делано Арвич. Это тоже бизнесмен, который долгое время посвятил себя парфюмерной промышленности. Он долго жил в Нью-Йорке с великолепной коллекцией картин, живописи. И сейчас живет в очень красивой квартире в Париже. Интересно то, что Людмила в свое время оставила сына на попечение отца. Она считала, что карьера певицы важнее, чем воспитание детей. Она жила с ребенком детские годы, а затем сказала, я хочу петь. И оставила мужа и ребенка в Америке. Сама уехала во Францию. И действительно, карьера ее взметнула очень высоко. Ее любимой подругой была вдова знаменитого танцора Лифаря. Сергей Лифарь был однажды женат. Нетипично, скажете вы. Ну, так было. Он был женат на шведской графине Лилиане Альфельд Лаурвиг. Женщина эта была безумно богата и страстной поклонницей. Она была страстной поклонницей Лифаря. Для нее танец и хореографическое наследие этого мужчины было все. Эта графиня и Людмила стали два сапога пара. Они провели столько вечеров вместе, они столько выпили шампанского, столько мужчин свели с ума и так правильно распорядились, что то, что для меня лично важно в карьере Людмилы Лопаты, это умение
правильно пожить. Вот есть люди, которые доживают до старости лет, скажут, как я неправильно прожила жизнь. А есть люди, которые доживают, может быть, и меньше, и сказали, слушайте, а я все правильно в жизни сделала. И тут успела, и там успела, и верно вышла замуж, и детей успела, и дела свои успела. Конечно, умение общаться с людьми здесь самое главное. И я надеюсь, что когда вы прочтете вот эту книгу, если вы ее еще не читали, это чтение будет для вас тем уроком, который, может быть, кому-то не дала школа, кому-то не дали родители, кому-то не дали среда. Это очень целеустремленный учебник по правильному жизненному пути, поступью, которая приводит к тому, что мы называем житейским счастьем. Ведь у каждого свое представление о счастье. Кто-то видит это в детях, кто-то видит это в любви, кто-то видит это в работе, согласны со мной? Кто-то видит это в путешествиях, а кому-то нравятся вообще деньги. Всякое нравится людям. И женщины в основном все мечтают только об одном – о счастье. Только это видение счастья у каждой свое. Кто-то хочет много внучат застать или правнуков, правда? А кто-то хочет всех хорошо накормить, а кто-то хочет вырастить красивых кошек и котят, а кто-то хочет опубликовать свои книги, а кто-то хочет сделать какое-то научное открытие. Это тоже счастье, видение счастья. Так вот, Людмила все, что хотела, осуществила. И вы знаете, когда она отходила на тот свет, у меня было полное ощущение, что это райское счастье. Вот все, что требовалось, сделано. И книжку написали, и сады вырастили, и дома построили, и дела. И это все очень-очень для меня ценно и важно. Конечно, о ней многие писали, ее многие очень любили. Она была женщина кокетливая, у нее был роман с известной голливудской звездой Шоном Коннери, первым Джеймс Бондом или вторым Джеймс Бондом, очень красивым мужчиной, который, в общем-то, видел самых лучших женщин в мире. И Людмила Лопата была его старше лет на 25. Поэтому это вам тоже урок. Не теряйте надежды. Мало ли какие там Шоны Коннери ходят, и вы их старше. Тем это более, не... что Шон Коннери должен приехать в Москву. Вот. И сын, конечно, ее был очень хорошенький. Я вам покажу, вот здесь даже я нашел фотографию. Здесь он, она маленькая, а он даже высокий выглядит. Сейчас он выглядит как-то ниже. Красивый, стройный. Это она его под венец ведет, правда? Конечно, как всегда, ей не понравилась невеста сына. Но это всегда, по-моему, мамам не нравится невеста сына. Она видела что-то другое для него. Но что конкретно? Она сказать, конечно, не могла. Давайте послушаем еще одну песенку. А фильм мы не будем больше смотреть, там есть интервью с ней небольшое. Давайте она... сейчас тогда песню, и Георгий нам посмотрит. Или, а интервью можете сразу поставить на видео? Потому что ведь хотя бы мы ее увидим, как она выглядит, правда? Вам же будет интересно это. А потом я отвечу на ваши вопросы. Потом я подпишу книги. Правильно, да? Потом мы будем фотографироваться. Я буду сидеть на сцене, вы будете стоять внизу. Правильно? Вот, посмотрим. А не показывают на большом экране? Два экрана. Вот здесь хорошо видно, между прочим, на видео. И вот на большом она экране. А на этом будет видно, да? На большом? Да, мы сейчас давайте, отойдем, молодой чтобы человек. Не закрывать. А я уйду, не буду вам мешать. Сейчас, чтобы мы увидели здесь фонтанчики. Пожалуйста, фонтанчики. Все правильно рассказываю, да? Характер похожий, да? Шон Коннери дамам понравился, да? Оценили, да? Давайте посмотрим. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода,
тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знай, не спи. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами темная ночь разделяет, любимая, да, и тревожная черная степь пролегла между нами. Незнакомая, да, ничего не осталось, лишь тоска и печаль. Ах, как лишь солнышки. Это был чудный вечер. Прекрасная песня, прекрасное исполнение. Вот скажите мне, пожалуйста, чего все-таки больше у вас? Бизнес или души? К сожалению, я должна сказать, души. Потому бизнес, конечно, очень, так сказать, много народу приходит к нам. Нас довольно любят. Но, в общем, мы это делаем. Сейчас, в таком возрасте, как я больше делаю это для удовольствия и для того, чтобы мне это так приятно, чем для бизнеса. Но никто не имеет столько души, сколько русских. Я русская певица, я люблю петь русский. Но я люблю французский петь тоже. Но это все-таки немножко другое. И потом, люди любят очень русские песни. Здесь очень люблю. Я не знаю, я была 29 раз сейчас, вот последний год, на телевизион. И во Париже, на всех шеях. И они любят очень русские песни. Ну, известные, конечно. И вот эти самые подмосковные вечера, уже 25 лет поем, и каждый раз все поют. Это, конечно, очень трогательный кусочек. В свое время на канале «Культура» я выпустил фильм, который назывался «Дуновение века». И в этом фильме есть большой фрагмент записи с Людмилой. К сожалению, его не выложили в YouTube, поэтому мне не удалось вам его сегодня переписать. Там она рассказывает о своей карьере, о том, как она стала певицей. Но все это очень подробно рассказано в моей книжке. Все это, конечно, было сделано именно с ее слов. Я хочу выразить большую благодарность также Елене Дьяковой, которая пришла сюда или нет. Не знаю, пришла ли она. Она сделала очень много для того, чтобы литературно оформить этот текст. Сделала очень интересные сноски, важные нам всем сегодня. И мы благодарны тому, что книга эта жива. Жива, как и история жизни. Из таких жизненных историй состоит наша культура. Наша культура – это сплошь какие-то имена. Это имена, которые остались в памяти или не остались в памяти. Именно вот благодаря таким людям, как Людмила, русская культура выжила, и в зарубежье она донесла шарм русской песни, музыки, кухни, приема, удовольствия. И другого такого примера я привести не могу.
Ведь были у нас прекрасные певицы русские и в США, но такой певицы не было в Англии, такой певицы не было в Германии, например, такой певицы не было в Италии. Вот эта французско-русская певица караимка из Маньчжурии оказалась, можно сказать, флагом этого жанра, почему мы ее и называем царицей кабаре. До Второй мировой войны этот жанр был гораздо больше распространен. Была Нюра Масальская, была Полякова, были цыганские певицы. Просто они все не дожили до наших дней, а Людмила ушла от нас уже в 21 веке. Она была таким связующим человеком, которая принесла эту культуру Серебряного века из 900-х годов до наших дней. И как и Алла Баянова в Румынии, они делали свое дело просто в разных местах, в разных странах. И в этом, конечно, на мой взгляд, ее огромный вклад, почему так много людей сегодня пришло, и почему так тепло мы вспоминаем человека, который никогда с гастролями не приезжала в Россию. Я вам скажу, почему. Ее пригласили в Россию на гастроли, когда она уже еле ходила. В 90, наверное, лет. Она сказала, ну, поздно для начала карьеры. Я тоже считаю, что ей предложили тогда еще концертный зал «Россия». Она сказала, ну, я боюсь, я не соберу целый зал. Это действительно так. Первый концерт в 90 лет. Во-первых, уже совершенно не те голосовые данные, не та память и не та постановка всего. Это надо делать, когда вам 30, 40, 50 лет, но не в 90 начинать. В 90 можно попрощаться с публикой, которая вас любит и знала всю жизнь. Майя Михайловна Плисецкая в этом будущем году будет справлять 90 лет. И я уверен, что она выйдет на сцену Большого театра и даже сделает одно движение рукой, и будет взрыв аплодисментов, и ее будут все чествовать, потому что ее все знали молодой. А Людмилу никто бы не знал молодой, и скажет, приехала, простите, старушенция в блестках нас поражать. Ну, это невозможно, просто поздно пришло приглашение. О чем бы вы хотели, чтобы я вам еще рассказал? Задайте мне пару вопросов, и я буду... Да, пару вопросов, потому что, наверное, очень много людей будут подписывать книги. Поэтому, они правильно сделают, если они так попросят. Пожалуйста, кто смелый? Первый вопрос. Вот, пожалуйста, брюнетка. Брюнетка. Я очень люблю брюнеток. Спасибо. Я бы хотела узнать о взаимоотношениях ее с сыном поподробнее, потому что все-таки оставить ребенка в детстве, да, ну... Разные есть случаи, конечно. Можно я скажу? Да. Любовь к сыну, она переметнула любви к внуку и внучке. Вот как бывает, отцы и дети не сошлись характерами, а бабушка, внук и внучка стали близки. Внук стал юристом и адвокатом. Именно он подписывал контракт с первым издателем этой книги, со мною и Людмилой. Именно он защищал права бабушки, как Цербер. Я такой защиты не видел ни у кого. А сын навещал маму каждый год и очень, конечно, в конце помогал ей материально, хотя эта помощь ей была не так нужна, но в целом он платил за ее квартиру и за каждый новый купленный рояль, потому что она хотела новую марку белого рояля, потому что сейчас вышли новые рояли, ей нравилось это. Так что я бы сказал, что их отношения были теплыми, уважительными, но, может быть, без того налета сентиментальности, который мы часто ищем в других семьях. Хорошо. Пожалуйста, еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Да. Блондинка. Александр, здесь представлены два замечательных наряда Людмилы. Да. Скажите, пожалуйста, в прошлом году с большим успехом прошли ваши выставки в Москве, стоя 20-летию ГУМу и мода в зеркале истории. Вам нравилось? Очень. Спасибо. Спасибо, что вы это отметили. Спасибо. Смотрите. Вопрос. Да.
А планируется ли в ближайшее время? Планируется. Смотрите, сейчас у меня идет несколько очень больших и хороших выставок, но они проходят, может быть, не в России, вот почему вы их не видите. У меня сейчас открыта большая выставка в Марселе, в Музее моды во Франции. Называется она «Скачки и мода». Она рассказывает о том, как мода повлияла на скачки, а скачки на моду от 850-х до 950-х годов. Это довольно шедевральная выставка. Другая выставка у меня сейчас открыта в Литве, в Вильнюсе, в музее «Арсенал». Мы как раз ее сейчас монтируем. Она называется «Бунт в будуаре. Мода 70-х годов». Там 100 манекенов, мужская и женская одежда, очень большие дома моды, прекрасный успех. И 300 лет европейской моды в соседнем зале. Недавно закрылась эта же выставка в Риге. Следующие большие выставки, я вам скажу все расписание, если вам интересно. Значит, открытие в Вильнюсе выставки будет 4 сентября. 24 сентября в городе в Латвии под названием Даугавпилс, бывший Двинск, откроется выставка «От мини до макси. Мода 60-х». В музее Ротко, это такой знаменитый художник, который был родом из Двинска, и в честь него был построен очень красивый художественный музей в бывших казармах Николая I. Стоящее место. Затем 10 октября я открываюсь в Таллине, в Эстонии, в музее Куму. Выставка, которая называется «Праздник, который всегда с тобой. Мода 20-х годов». Это будет шикарно, очень красиво. После этого я откроюсь с маленькой выставкой, посвященной Эльзе Скиапарелли. Это будет тоже в Вильнюсе, потому что внучка Скиапарелли, манекенщица Марица Беринсон и актриса, которая играла вторую главную роль в фильме «Кабаре» с Лайзой Минелли, если вы помните. Она не только жива, она хранительница наследства, но, как странно случилось, не так давно выставила на продажу всю мебель и всю посуду бабушки. И мне повезло, я купил 17 лотов. И так как я стал один из, в общем, случайно больших коллекционеров в результате этой покупки, то они объединяют мои коллекции, то, что она продала, и ее, и плюс мои платья, и мы делаем инсталляцию, посвященную Эльзе. Потом я открываюсь в Москве 1 декабря в ГУМе, с выставкой, которая называется «Из гардероба звезд». Это будут платья отечественных звезд советской и российской эстрады от Клавдии Шульженко до Долиной, Аллегровой и даже Маши Распутиной. Вы увидите все и вся, и я думаю, что это привлечет большое внимание. Последний большой вклад, который я получил, это гардероб Татьяны Самойловой, недавно скончавшейся кинозвезды, брат, который передал мне хорошую часть гардероба, хотя он, как ни странно, не был так богат, как бы нам хотелось, по той простой причине, что в ее квартире две киностудии, телестудии сделали идеальный ремонт. Пока они делали идеальный ремонт, они выкинули все, что было не идеального. Они идеальные были ее туфли, ее платья, ее архивы. Но он еще ищет в кладовке, звонил мне сегодня и опять нашел несколько хорошеньких вещей Самойловой, что к счастью. Затем у меня будут следующие большие выставки, они будут уже в начале 2015 года. Эта выставка будет посвящена моде пушкинской эпохи в музее Пушкина литературном на Пречистенке. Это будет мода от 1799 до 1737 года, когда он скончался. И это период ампира и романтизма. Редкий период для России, потому что платья этой поры у нас в музеях почему-то не сохранились. Или их не собирали. Может быть, по этой причине. А у меня их оказалось очень много. Я надеюсь, это вам очень понравится. Там будут аксессуары. Мужская, детская, женская мода. Это все-таки интересный период. Ну, вот это ближайшие планы, поэтому я буду продолжать делать выставки. Я мечтаю об открытии в Музее моды в России, но
пока это не находит большой поддержки в министерстве, потому что они сейчас заняты внешнеполитическими проблемами, о которых я говорить сегодня не буду по всем очевидным причинам, потому что мы собрались здесь на вечер Людмилы Лопато, а если мы сейчас залезем в историю овощей, Крыма и санкций, то мы не выйдем отсюда. Во-первых, половина людей подерется, а потом и мы просто ничего не решим. Мы здесь об искусстве, и мне кажется, моя миссия как раз даже в такие нелегкие дни, а они могут быть еще более нелегкие, на мой взгляд, нести эту позитивную нотку. Для меня это очень важно, потому что я вам скажу несколько хороших поговорок. Первое, караван идет, собаки лают, поэтому вы так живите в этом смысле, что бы вы ни делали. Старайтесь всегда найти свое счастье в любой обстановке. Ищите его каждый день, и тогда оно будет с вами. Эта гармония очень важна. Ну и, конечно, помните, что всему хорошему и плохому на свете когда-то приходит конец. То есть верьте в то, что и хорошее, и плохое когда-то кончится. Согласны? Это уже интересно. Что еще вам рассказать? Александр, а можно вот еще одна блондинка очень красивая. Нет, вот красивая блондинка. Все красивые тут, и блондинки, и брюнетки. А вот там... сейчас. Да, подождите, то спокойно. Я всем дам сейчас немножко. Отношения с Александром Вертинским. Александр, можно Лопато? Вы знаете, они встречались, но я думаю, что Баянова была гораздо ближе к Вертинскому, чем... Я вам объясню, почему. Она слышала Вертинского, но она никогда с ним вместе не выступала, потому что она действительно была ребенком, когда Вертинский уже уехал из Парижа на гастроли длительные в Нью-Йорк, а потом в Китай. Она тогда уже жила в другой стране. Они были территориально в разных местах, поэтому это была не роковая встреча в ее жизни. Да, пожалуйста. Александр Александрович, как вы втираетесь в доверие к своим героям? На что нужно быть готовым для того, чтобы вытащить из них что-то такое сокровенное? Смотрите, я не втирался в доверие. Дело в том, что я автор 32 книг. Это очень много. И когда я пришел к Людмиле, у нее уже давно лежала на столе моя книга «Красота в изгнании», которая произвела фурор не только в России, но и в эмиграции. Потому что больше половины героев этой книги ей лично были знакомы. Она смотрела на эту книгу, и ей было это уже приятно. Она со мной познакомилась в 82-м году. А я стал писать с ней книгу только в 90-е годы. И она со мной познакомилась как с клиентом в ресторане. И она запомнила. Но я не пытался писать книгу. Моя мысль после встречи с ней была написать статью о русском театре в Париже. Потому что одно время, это мало кто знает, я работал корреспондентом до Вога, до Harper's Bazaar. В русской газете «Русская мысль» была такая газета в Париже. И я писал на культурных страницах интервью со знаменитыми эмигрантами. И в моих мыслях было написать о том, как Людмила Лопато создала в Париже русский театр. Но это было не очевидно, потому что она говорила, что она так занята, по утрам она спит. А вечером она играет и поет, и ей некогда со мной встречаться. И только когда она овдовела и закрыла ресторан, и я стал к ней приезжать в Канны, навещать ее, и показал ей книги и сказал, давайте запишем вашу жизнь, она сказала, давайте. И мы записали. Вы хотите что-то сказать? Да, я передаю слово. Я знаю даже, кто вы сын знаменитой караимки. Да, да. Вот мы говорили о том, что Людмила Лопато принадлежала к очень интересной национальности, такой очень маленькой, всего 2000 человек сейчас, 4. Да? 2400. Вот мы передаем слово как раз людям, которые представляют ее. Ну,
Александр Васильевич. Как вы, Александр Александрович, с вашего позволения, скажите, Александр, как вас зовут? Олег Васильевич Петров Дубинский. Я из литовских караимов, мои прадеды, точнее. Из Тракая, вот да? Вас мы засекли, вы из Тракая? 3 года назад в Тракайском замке. И вы меня там засняли. Папарацци, я вас скрытой камерой снял с группой девушек. Вы об этом расскажете. А вы из Тракая? Мы, родом мой прадед оттуда. Из Тракая, да, понятно. Да, Дубинский. Там Дубинский есть фамилии такие? Известные, да. Есть такие вот, Дубинские. А мы уже... А бабушки у меня Шапшалы, вот музей, который Шапшал. Я снял в Тракае. Караимский музей, это вот мой двоюродный дед. Но вопрос подходит, такой. Да? Я когда был у Людмилы Ильинич, в 90-х годах еще, да, ну, не думал про, спросить ее, забыл про нашу Анну Павлову, знаменитую балерину. Они же были знакомы. Нет, они не были знакомы. Нет? А да. Людмила Лопата сидела в зале и видела последнюю Жизель с Анной Павловой. В каком знакомстве? Да. Она была ребенком все-таки. Конечно. И тогда Анна Павлова, понимаете, умерла, если я не ошибаюсь, в 31-м году. Да. А, значит, Людмиле тогда было 16 лет. И знакомство между взрослой балериной на высоте славы и 16-летней девочкой было следующим. Она сидела в зале и аплодировала великой Анне Павловой на сцене театра Шатле. А, но никаких понебратских отношений в этом возрасте. И она была стара, но не настолько стара. О караимском происхождении Анны Павловой не слышали. Да, от мы Людмилы. Все знаем, я об этом написал, да, я знаю, да. Тогда все. Спасибо огромное. Большое. Вот здесь. Спасибо. Да, это мне записочка. Да. Дорогие друзья, поскольку, конечно, мы Александра можем спрашивать еще очень долго и долго, но у нас автограф-сессия тогда затянется на долгие часы. Поэтому одну минуточку, я вас попрошу. У нас автограф-сессия начинается с этой стороны. И? Я вас прошу, очень дисциплинированно оттуда. Вот мы сейчас идем, здесь прохода нет. Все мы проходим, не надо здесь сейчас. Нет, вот это не надо мне. Мы это сейчас, у нас справедливость. Те, кто...